Германии появится МРОТ. Депутаты Нижней палаты парламента одобрили введение минимального размера оплаты труда с 1 января. Для немецкого рынка занятости мера революционная, но христианские демократы Ангелы Меркель согласились на такой шаг в рамках коалиции с социал-демократами. Авторы реформы считают, что минималка защитит низкооплачиваемых работников. Слово министру труда Германии Андрея Налес. Теперь, если вы покупаете у милой дамы букет цветов или звоните за какой-нибудь информацией в колл-центр, вы твердо знаете, всем этим работникам гарантирована минимальная зарплата. С 1 января около 4 миллионов немцев смогут спать спокойно, смогут почувствовать себя более защищенными и уверенными в том, что их усилия вознаграждены. Минималки нет лишь в 7 из 28 стран ЕС. В Германии МРОТ установлен на уровне 8,5 евро в час до уплаты налогов. Это существенно ниже, чем во Франции, но сопоставимо с Великобританией. У реформы немало противников. По опыту соседей они говорят, что установление зарплатного минимума ударит по малому бизнесу, повысив его издержки на рабочую силу и спровоцирует рост безработицы. По оценкам немецкого института ИФО, могут пострадать 900 тысяч рабочих мест, в первую очередь люди с частичной занятостью. Между тем, в Швейцарии в мае идея о введении МРОТ была вынесена на референдум и провалилась.